привыкли встречаться с друзьями в бане, кафе или социальных сетях, но хочется чего-то новенького, без потерь для здоровья и кошелька. Магазин настольных игр «Колпак» отправит вас в увлекательное путешествие. Это стратегическая игра по мотивам романов Джорджа Мартина. Можно передвигать войска, то есть здесь угрожает нашествие одичалов. Можно стать владельцем железного трона в итоге. Воплотятся все ваши мечты. Стать отважным захватчиком земель или ловким строителем. Выигрывает тот, чья башня простоит дольше всех. Ну вот, я проиграл. Наконец и в Уссурийске стало модным играть, весело тренируя память и воображение. Игра «Дикие джунгли» – быстрая, интересная игрушка на ловкость и внимание. То есть каждый игрок по очереди открывает верхние карты и внимательно следит за символами. Как только у игроков одинаковые символы, мы должны хватать тотем. Карманные игры на разогрев. Игры-головоломки на сообразительность. А разрабатывая тактику и формируя колоду, игроки, вскрывая бустер, могут обнаружить там очень раритетную карту, стоимость которой порой доходит до 20 тысяч. Пошевелить мозгами и телом можно как большой компанией, так и наедине со своей второй половинкой. В наш век, когда все то в компьютерах, то еще где-то, то по работам, нужно что-то общее. Можно вечером собраться, поиграть. И ребенку интересно новые вещи какие-то видеть, узнавать, трогать. Продвинутые игроки раз в месяц устраивают игровые турниры. О них узнают из группы ВКонтакте. Свинтус, Крагморта, Диксит и другие увлекательные настольные игры с персонажами из фильмов и произведений можно взять и в прокат или насладиться игрой, не отходя от кассы, прямо в магазине «Колпак».